Помощь наша в имени Господа, сотворившего небо и землю. Слава Иисусу Христу! Во веки веков! Аминь! Дорогие братья и сестры во Христе! Приветствуем вас в нашей общине Божьего милосердия! С вами отец Якуб! Начинаем нашу сегодняшнюю Евхаристию, песнь номер 251 «Матерь Святая». Матерь Святая, молим усердно к сердцу Христову, дай нам прийти к нашим моленьям, будь милосердна, мы твои дети, нас защити. В наших недугах дай исцеление, взор наш духовный ты просвети. В бурях житейских будь утешением, мы твои дети, нас защити. Царство Христово, радости вечной, вместе с Тобою дай нам войти. Господа славить там бесконечно, мы Твои дети, нас защити. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа да будет со всеми вами и со Духом Твоим. Дорогие мои, с огромной радостью приветствуем всех вас на этой нашей сегодняшней Евхаристии в литургическую память Пресвятой Девы Марии неустанной помощи. Почитаем особым образом в иконе как раз Божией Матери неустанной помощи, с иконой, и с которой связано также многие молитвы, в том числе и очень известные, наверное, которые многие поколения христиан молились и обращались к Богородице, видя в ней то, которое в состоянии своими молитвами помочь нам, своей неустанной помощью. Ее неустанная помощь заключается также в том, что является она неустанным, постоянным примером для нас, как отвечать на Божье Слово, как Божьим Словом жить. Является она неустанным примером для нас, как Богу говорить, да, как Ему служить. Сегодня также отмечаем память святого Кирилла Александрийского, епископа и учителя церкви. И находимся в конце четвертой, в первой половине пятого века. Святой Кирилл Александрийский – это тот, если так себе очень коротко можно сказать, епископ Александрии, защитник ортодоксии христианской веры, а прежде всего как защитник молитвы «Под Твою защиту прибегаем, Пресвятая Богородица». Да-да-да, были те, которые считали, что Богородицу нельзя называть, Марию нельзя называть Богородицей, но значит, и эта молитва является каким-то злоупотреблением, она является неуместной. Такой титул. Святой Кирилл Александрийский – это тот, который привел к подтверждению этого титула Божьей Матери, также христологических названий, на Эфесском соборе в 431 году. Когда всегда, когда будем читать эту молитву, давайте помнить, что были люди, которые выстояли, защитили эту молитву перед всякими разными попытками убрать, не называть Марию таким образом. Сегодня также для нас очень важно в нашем контексте блаженного Леонида Федорова,
Как кто-то сказал, это единственный блаженный святой, который родился в Санкт-Петербурге в православной семье, воспитан в православном восточном духе, потом принимает католичество, становится священником, пресвитером и возвращается с миссией тут, на эти территории, и служит сначала как пресвитер, священник, к примирению, как сказать, к открытости и между этими традициями, и потом назначен также первым экзархом, то есть настоятелем всех католиков восточного обряда на территории тогдашней России. Умирает после долгих гонений, мучений, преследуемых за веру. Почитаем его как священника и мученика и просим его, чтобы он помог нам также, да, быть по его примеру свидетелями единства христианской веры, которая пользуется двумя традициями всегда, восточной и западной. Является всегда также примером для всех тех, кто из, других конфессий, не католических, приближается к католикам как покровитель, как тот, который прошел этот путь духовного, интеллектуального, преображения. Начинаем святую мессу, просим у Господа прощения за все наши грехи, чтобы мы могли с чистым сердцем совершить это святое таинство. Исповедую перед Богом всемогущим, перед вами, братья и сестры, что я много согрешил мыслью, словом, делом и неисполнением долга. Моя вина, моя вина, моя великая вина. Поэтому прошу блаженную Преснодеву Марию, всех ангелов и святых, и вас, братья и сестры, молиться обо мне Господу Богу нашему. Да помилует нас всемогущий Бог, простив нам грехи наши, да приведет нас к жизни вечной. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Христе, помилуй, Христе, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Помолимся. Господи Боже, Ты даровал нам неустанную помощь в Пресвятой Богородице, Матери Твоего Сына, преславный образ, который мы благоговейно почитаем, сподобно нас, прибегающих к Ее заступничеству, всегда вкушать плоды Твоего искупления. Через Господа нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, который с Тобою живет и царствует в единстве Святого Духа, Бог во веки веков. Аминь. Чтение книги Бытия. И был Авраам очень богат скотом, серебром и золотом. И у Лота, который ходил с Авраамом, также был мелкий, крупный скот и шатры. И непоместительна была земля для них, чтобы жить вместе, ибо имущество их было так велико, что они не могли жить вместе. И был спор между пастухами скота Авраамова и между пастухами скота Лотова. И Хананеи, и Ферезеи жили тогда в той земле. И сказал Авраам Лоту: «Да не будет раздора между мною и тобою, и между пастухами моими и пастухами твоими, ибо мы родственники. Не вся ли земля пред тобою? Отделись же от меня. Если ты налево, то я направо, а если ты направо, то я налево». Лот возвел очи свои и увидел всю окрестность Иорданскую, что она, прежде нежели истребил Господь Содом и Гоморру, вся до Сигора орошалась водою, как сад Господень, как земля египетская. И избрал себе Лот всю окрестность Иорданскую, и двинулся Лот к востоку. И отделились они друг от друга. Авраам стал жить на земле Ханаанской, а Лот стал жить в городах окрестности и раскинул шатры до Содома. Жители же Содомские были злы и весьма грешны перед Господом. И сказал Господь Аврааму после того, как Лот отделился от него: «Возведи очи твои и с места, на котором ты теперь, посмотри к северу и к югу и к востоку и к западу. Ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам я и потомству твоему навеки. И сделаю потомство твое, как песок земной. Если кто может сосчитать песок земной, то и потомство твое сочтено будет. Встань, пройди по земле сей в долготу и в широту ее, ибо я тебе дам ее.
и двинул Авраам шатер, и пошел, и поселился у Дубравы Мамре, что в Хевроне, и создал там жертвенник Господу. Слово Божие. Благодарение Богу. Господи, кто может жить в Твоем жилище? Господи, кто может жить в Твоем жилище? Тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем, кто не клевещет языком своим. Господи, кто может жить в Твоем жилище, не делает искреннему своему зла и не принимает поношений на ближнего своего? Тот, в глазах которого презрен отверженный, но который боящихся Господа славит. Господи, кто может жить в Твоем жилище, кто серебра своего не отдает в рост и не принимает даров против невинного, поступающий так не поколеблется вовек. Господи, кто может жить в Твоем жилище? Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Я с ведмиру, говорит Господь, кто последует за мною, будет иметь свет жизни. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Господь с вами и со Духом Твоим. Чтение Святого Евангелия от Матфея. Слава Тебе, Господи! В то время Иисус сказал ученикам Своим: «Не давайте святыни псам, и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас. И так во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки. Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». Слово Господне. Слава Тебе, Христе! Дорогие мои братья и сестры во Христе, сегодня Слово Божие подсказывает нам, как жить и как выстраивать отношения с нашими ближними. Можем себе сказать так, на самом деле показывает, что значит «люби ближнего своего», как эта заповедь любви реально, конкретно в жизни принимает некоторые формы. И первое чтение Евангелия об этом говорят. Давайте в первом чтении, каким образом представлена заповедь «люби ближнего своего, как самого себя». Видим эту сцену весьма интересную из книги «Бытия» Авраама и Лота, которые уже дошли до земли Ханаан и тут начинают очень хорошо жить, развиваются. Написано прямо, что Авраам был очень богат скотом, серебром, золотом. И у Лота было богатство. Написано, был мелкий, крупный скот, шатры. Иными словами, тоже стал богатым человеком. После долгого времени пребывания вместе, достаточно дружеских, видно, отношений и какого-то совместной какой-то цели, приходит момент, когда, тут написано, не могут поместиться на одном куске земли. Они не могут больше жить вместе. Имущество ибо было их так велико. Кроме того, имущество, появляются конфликты, может, между ними, только между пастырями. И приходит момент, когда после всего этого вот благополучия приходит момент, чтобы им разойтись. И Авраам предлагает, ну что ж, подходит момент, когда наши пути должны разойтись. Не потому, что мы в общем, ругаемся и не можем жить вместе. Есть такой момент,
когда надо сказать вот все. В этот момент мы расходимся. Конечно, речь не идет про «мы расходимся» в плане супружеской жизни, но во всяких и многих разных примерах, можем сказать, жизненных ситуациях, да приходит такой момент, где наша дружба, где тесные отношения, может, какие-то профессиональные отношения, может, какие-то другие знакомства и все остальное, может, мы исчерпали что-то, что пора сказать «давай некоторое время нам пожить отдельно, меньше общаться». Пусть между нами войдет воздух, пусть поветрит все это. И Авраам идет навстречу этому и готов посвятить себя в какой-то степени и дает свободу Лоту. Выбирай, куда хочешь идти, то пойдешь. Если ты пойдешь направо, я пойду налево. Если налево, я пойду направо. Дай, чтобы мы не спорили. Но выбор за тобою уступает. Обратите внимание, ради того, чтобы как-то сохранить все это, уступает мне, ты выбирай. То есть, ну, отдает что-то из себя. Говорит, ты первый, ты пойдешь вправо, я пойду влево. Любовь здесь ближнего в чем, значит, заключается? Умение подойти в отношениях к какому-то завершению, к ротам, чтобы разойтись. Умение посвятить себя в какой-то степени и свое благо ради того, чтобы другому человеку позволить уйти. Важная вещь родителей по отношению к детям, бабушки, дедушки по отношению также своим близким. Умение сказать, ну все, твой выбор, хочешь этого, ты выбираешь, ты зрелый человек, я пойду вот это, я тебе, в общем счете, не буду мешать. Это и проявление любви к ближнему. Так показывает нам сегодня Библия вот эту сцену. Умеем ли мы так отреагировать? Или как со всеми силами пытаемся сохранить своих близких, дорогих нашему сердцу, чтобы они были такими, какими мы хотим, чтобы стояли, делали то, чего мы хотим. Или готовы мы сказать, вот, ты пойдешь направо, я налево. И самое интересное, что в конце концов видим, что Авраам, хотя, может быть, в тот момент ему остался кусок не такой райский, как выбирает Лот, получает от Господа благословение. Вся земля направо, налево, юг, восток, все это увидишь, это твое. А потомство твое будет неисчислимое. Уступил место, оставил, позволил другому человеку уйти. С другой стороны, получает от Господа благословение. Вот форма любви ближнего, очень конкретная, которая любовь, которая не зацепляет, не держит, не лишает кого-то свободу, только позволяет, что хочешь, то ты сделай. Я не буду в никаких обидах. Будет так, нормально, мы разойдемся, потому что может быть время, может пора, чтобы мы как-то разошлись в какой-то степени. В Евангелии тоже говорится об этом, в этих отношениях, в которых мы порой живем, тоже и любви. Парадоксально, Иисус, это тоже Нагорная проповедь, говорит о том, не давайте света ни псам, не бросайте жемчуга вашего перед свиньями. О чем Иисус здесь говорит? Свиньи всегда вот это, вот в этой традиции очень часто символизировали людей из другого, в общем сказать, языческого круга, не еврейского, точно так же, может, не христианского. Здесь речь, конечно, идет о том, чтобы в первую очередь, чтобы того богатства, которые носишь в себя, не бросать на попранье, как говорится, чтобы так легкой рукой не давать, что есть сокровища, которые можешь только через какое-то время другому человеку уделить. Не сразу все показывай, не сразу все отдавай. Знаком этого, помните, практика была такая, что те, которые готовились к крещению, не то что не причащались, но вообще не могли участвовать в Евхаристии, или потом могли участвовать только в первой части этой Евхаристии. Не так, что сразу им все. Иногда нам кажется, что людям, которые заглянули в храм, можно сразу все дать. Или без какого-либо подготовки сразу крестить. Или сразу он хочет на исповедь, хочет причаститься. Но вот этот Иисус будет в его сердце. Нет, нужна подготовка. Любовь к ближнему заключается в том, что я хочу тебе мое богатство дать, но одновременно хочу, чтобы ты был готов это принять.
Точно так же, обратите внимание, это касается всяких разных диалогов экуменических, межрелигиозных. Но не доявность тому, что у нас самое бесценное. Потому что люди это могут попрать, могут просто уничтожить, могут поиздеваться, может, какое-то кощунство. Но знаете, но это относится также к чисто человеческим нашим качествам. Не давай ценности, которой ты являешься, другому человеку. Не давай прямо так. Имеем в виду, обратите внимание, даже такие моменты, как, связь молодых людей, которые начинают жить с собой, друг с другом. Не давай ценности своего тела другому человеку так сразу, прямо. Нету, что он пес или что вот это. Нет. Цени себя. Есть какой-то определенный момент, когда можешь им дать себя полностью. Но не сейчас, не сразу. Цени себя. Носишь в себя бесценные дары, таланты, возможности. И не открывай себя перед другим человеком так сразу. Это относится также, мы очень часто об этом говорим, не всем говори то, что в тебе происходит. Попробуй быть неким сокровищем, который спрятан перед людьми. Есть люди, как мы иногда говорим, которые прямо, открывают себе, раздевают себя в смысле своего сердца перед тобой. И все в подробностях рассказывают. Удивительно, иногда сядешь в поезд, в плацкартные вагоны, начинают люди обсуждать, делиться такими вещами, которые сугубо интимные, и своей семейной обстановки, профессиональной. Первый раз я человек вижу, а ты такие вещи рассказываешь. Думаю, что эти слова тоже относятся. Люби ближнего своего, но цени также самого себя. Не давай на попрание. Не давай своих ценностей, не называй их прямо так, потому что это может тебя растерзать. Значит, может тебя уничтожить и уничтожит. Та последняя вещь, которая здесь звучит у Иисуса. «Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, в этом закон и пророки». Золотое правило. Чего ожидаешь от других, так на самом деле давай другим. Если будешь делать счастливыми других людей, помогать жить, как мы сказать, любить, то можешь ожидать это от другого. Реакция будет такая. Потому что твоя любовь, твоя отдача будет приносить плоды. Может, не сразу, может, через какое-то время. И это абсолютно видно в воспитании молодых людей, в воспитании также, в школьном, в каком бы ни было, педагоги, форматоры все. Если они с любовью относятся, с терпением, пониманием, то они увидят и плоды их формации. Те, которые их формируют, будут поступать так, будут уподобляться к ним, будут на самом деле духовными сынами и дочерями тех, кто их воспитывает. Аминь. Братья и сестры, попросим Господа о добраде молитв благодатной Марии, которая явила миру Христа, стала нашей помощницей. Он внял нашим смиренным молениям. Молитвами Богородицы спаси нас, Боже. Спаси, Господи, Папу нашего Франциска, всех епископов, священников, диаконов и весь народ Твой. Молитвами Богородицы спаси нас, Боже. Спаси, Господи, наших правителей. Наполни их сердца помышлениями о мире и решениями о мире и благе всего общества. Молитвами Богородицы спаси нас, Боже. Спаси, Господи, наших родных, близких. Ниспошли им Твою святую благодать. Молитвами Богородицы спаси нас, Боже. Спаси, Господи, нищих, больных. Просим за Станиславу, Люсю. Просим за всех скорбящих, заключенных, просим за Аллу о счастливой реабилитации после операции. Дарую всем облегчение тягот. Молитвами Богородицы спаси нас, Боже. И помяни усопших рабов Твоих, прости им прегрешения, вольные, невольные, с подобием вечного блаженства. Молитвами Богородицы спаси нас, Боже. Господи Боже, Пречистая Богородица, без остатка, предавшись воле Твоей, сподобилась родить Спасителя мира. Ради ее молитвы даруй нам Твое милосердие, спаси души наши, ибо Ты живешь и царствуешь во веки веков. Аминь.
Благословен Ты, Господи, Боже Вселенной, ибо по щедрости Твоей Ты дал нам хлеб, плод земли и трудов человеческих. Мы приносим его Тебе, чтобы он стал для нас хлебом жизни. Благословен Бог во веки. Через эту тайну воды и вина, да приобщимся к божеству того, кто ради нас стал человеком. Благословен Ты, Господи, Боже Вселенной, ибо по щедрости Твоей Ты дал нам вино, плод лозы и трудов человеческих. Мы приносим его Тебе, чтобы оно стало для нас питьем духовным. Благословен Бог во веки. Прими нас, Господи, стоящих пред Тобой со смиренным духом, сокрушенным сердцем. Да будет эта жертва наша угодна перед Тобою, Господи Боже наш. Умой меня, Господи, от беззакония моего, от греха моего, очисти меня. Братья и сестры, молитесь, дабы наша жертва была угодна Богу Отцу Всемогущему. Да примет Господь эту жертву из рук Твоих во хвалу и славу имени Своего ради блага нашего всей Церкви Своей Святой. Господи Боже наш, по милосердию Твоему и по заступничеству Пресвятой Богородицы, пусть эта жертва поможет нам обрести счастье и мир в нынешней жизни и в будущей. Через Христа Господа нашего. Аминь. Господь с вами и со Духом Твоим. Вознесем сердца, возносим ко Господу, возблагодарим Господа, Бога нашего. Достойно это и праведно. Воистину достойно и праведно, должно и спасительно во всех святых Твое дивное величие, Господи, исповедовать. И, почитая память Пресвятой Девы Марии, милость Твою величать ее благодарственной песню. Ибо во всех концах земли совершил Ты великие деяния и навеки одарил мир щедротами Твоего милосердия, презрев на смирение рабы Своей и через нее даровав роду человеческому Спасителя, Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа. Через Него Твоему величию поклоняется воинство ангельское, пред лицом Твоим вечности ликующее. Молим Тебя, дозволи нам соединить с Ним голоса наши, в общем ликовании взывающие. Свят, 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 Господь Бог Саваоф, полны небеса и земля славы Твоей, осанна вышних. Благословен грядущий во имя Господне, осанна вышних. Воистину свят Ты, Господи, источник всякой святости. Поэтому просим Тебя освяти эти дары излиянием Духа Твоего, чтобы они стали для нас телом и кровью Господа нашего Иисуса Христа. Он, добровольно предавая себя на страдания, взял хлеб и Тебе, вознося благодарение, преломил и подал его ученикам своим, говоря: «Примите и вкусите от него все, ибо это есть тело мое, которое за вас будет предано». Подобным образом, после вечери, взяв чашу и вновь вознося Тебе благодарение, он подал ее ученикам своим, говоря: «Примите и пейте из нее все, ибо это из чаша крови моей, нового и вечного завета, которая за вас и за многих прольется во отпущение грехов. Это совершайте в память обо мне». Тайна веры, Христос умер, Христос воскрес, Христос придет вновь. Итак, вспоминая смерть и воскресенье, так, вспоминая смерть и воскресение Его, Тебе, Господи, приносим хлеб жизни и чашу спасения, и благодарим Тебя, ибо Ты удостоил нас стоять пред Тобой и служить Тебе. Смиренно молим, чтобы, причащаясь тела и крови Христа, мы были собраны Святым Духом воедино. Помни, Господи, о Церкви Твоей, распространенной по всей земле, сделай ее совершенной в любви вместе с Папой нашим Франциском, епископом нашим Павлом, его вспомогательным епископом Николаем и всем духовенством. Помни также братьев и сестер наших, усопших в надежде воскресения, и всех почивших в Твоем милосердии, прими их свет лица Твоего. Всех нас помилуй, удостой нас участия в вечной жизни, вместе с Пресвятой Богородицей, Девой Марией, с блаженным Иосифом и его обручником,
со святыми апостолами, со святым Кириллом Александрийским, с блаженным Леонидом Федоровым и всеми святыми от века Тебе угодившими, чтобы с ними восхвалять и прославлять Тебя через Сына Твоего Иисуса Христа. Через Христа, со Христом и во Христе, Тебе, Богу Отцу Всемогущему, в единстве Духа Святого, всякая честь и слава во веки веков. Аминь. Мы приняли Святого Духа, который сидел нас с детьми Божьими, поэтому с благодарностью дерзаем взывать: «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Избавь нас, Господи, от всякого зла, даруй милости во мир во дни наши, чтобы силой милосердия Твоего мы были всегда свободны от греха и ограждены от всякого смятения, ожидая исполнения блаженного упования и пришествия Спасителя нашего Иисуса Христа. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Господи Иисусе Христе, Ты сказал апостолам Своим: «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, просим Тебя, не взирай на грехи наши, но на веру Церкви Твоей, по воле Твоей благоволи умереть и пленить ее, ибо Ты живешь и царствуешь во веки веков. Аминь. Мир Господа нашего да будет всегда с вами и со Духом Твоим. Приветствуйте друг друга с миром и любовью. Мир всем вам». Агнец Божий, берущий на себя грехи мира, помилуй нас. Агнец Божий, берущий на себя грехи мира, помилуй нас. Агнец Божий, берущий на себя грехи мира, даруй нам мир. Причащение тела и крови Твоей, Господи Иисусе Христе, да не будет нам в суде осуждения, но по милосердию Твоему, да послужит нам в ограждении исцеления души и тела. Вот Иисус Христос, Агнец Божий, берущий на себя грехи мира, блаженны званные на вечерю Агнца. Господи, я недостоин, чтобы Ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и исцелится душа моя. Тело Христово хранит нас на жизнь вечную. Блаженные назовут меня все роды, ибо сотворил мне великое и сильное, и свято имя Его. Твоим стопам, о мой Иисусе, я преподаю, приношу Тебе раскаяние своего сокрушенного сердца, погруженного в собственное ничтожество и в Твое святое присутствие. Поклоняюсь Тебе в таинстве Твоей любви и желаю принять Тебя в бедной обители, какую предлагает Тебе мое сердце. В ожидании блаженного момента, когда я приму Тебя в святом причастии, желаю получить Тебя в духе. Приди ко мне, мой Иисусе, чтобы я смог прийти к Тебе. Да воспламенит Твоя любовь все мое существо в жизни и в смерти. Верую в Тебя, надеюсь на Тебя, люблю Тебя. Аминь. Помолимся. Боже, почитая Пресвятую Богородицу и Преснодеву Марию, Матерь неустанной помощи, мы, укрепленные Твоим таинством, смиренно молим Тебя, даруй нам плоды искупления в жизни вечной, через Христа Господа нашего. Аминь. Дорогие мои братья и сестры во Христе, всем вам большое спасибо за совместную молитву. Завтра среда. У нас, как обычно, 3 часа дня читаем венчик святой Розарии, вечером в 6 часов святая месса, память святого Иринея Леонского, епископа и мученика. Вот и Божие слово, которое сегодня
как-то разбирается, показывает нам, в чем заключается на самом деле практика любви ближнего. Вот момент Авраам и Лот, которые расходятся, умение тоже разойтись, форма любви, разделить, спокойно отдать даже со своего на того. И для того, чтобы сохранить какой-то мир друг с другом. Умение как-то оставить, дать свободу другому человеку, позволить ему уйти. Также в Евангелии видим вот этот момент, как чтобы другому человеку не сразу все давать, формой любви моей к ближнему относиться также к этому, чтобы не так сразу все богатство другому человеку отдавать, любить себя, чтобы любить ближнего. Ну и поступать всегда так, как мы бы хотели, чтобы с нами поступали. Пусть поможет нам в это заступничество Пресвятой Богородицы неустанной помощи. Господь с вами и со Духом Твоим. Да благословит вас всемогущий Бог, Отец и Сын и Дух Святой. Аминь. Идите в мире Христовом. Благодарение Богу. И споем вот песню, молитву под Твою защиту. Еще раз под Твою защиту прибегаем. Номер 245.1. Молитва, которую защищал Кирилл Александрийский на Эфесском соборе в 431 году. Благодаря ему вот этой молитвой молимся. Ну а за этой молитвой стоит определенная и вера в Марию, как в Богоматерь. Под Твою защиту прибегаем, Пресвятая Богородица, не презри молений наших скорбях наших, но от всех опасностей избавляй нас всегда, Дева Преславная и Благословенная, Владычица наша, Защитница наша, Заступница наша, Сыном Твоим примири нас, Сыну Твоему поручи нас, к Сыну Твоему приведи нас. Аминь, аминь.